Всем привет! Вы на канале Великий Уравнитель. Значит, сегодня я вам хочу рассказать такую важную информацию. Не знаю для кого как, но я вам хочу сообщить такую информацию, что 20 числа я подключил тарифный план у себя в Водафоне Украина. Ну, я клиент Водафона Украина, абонент, то есть подключил без оплаты. Значит, как это я сделал? Значит, числа 14-15, не помню точно, мне пришла смс-ка о том, что вам подаруватиме 50 гривен на дополнительный счет за пополнение от суммы 39 гривен. То есть, я должен пополнить счет на сумму 39 гривен. И мне подарят дополнительные 50 гривен бонусов. Бонусов, ну, когда я уже пополнил счет, мне подарили эти 50 гривен бонусные. Потом мне пришла еще одна смс-ка с предложением подарить еще 20 гривен на послуги на 7 дней. Естественно, я еще добавил, то есть я сначала пополнил сумму 100 гривен на номер и пополнил потом на сумму 50 гривен. После того, как мне сказали уже второй раз оплатить на сумму максимум 35 гривен, точно не помню сколько, и вам подаруватимуть 20 гривен на дополнительный рахунок на послуги на 7 дней. Естественно, на 7 дней не было, ну, как бы, послуг, то есть они как бы немного, ну, обманули со стороны, сказали то, что 20 гривен действует на 7 дней, но на самом деле эти бонусы действовали, ну, буквально неделю, то есть 2 недели даже, до 20 числа. И получается, что я сделал. 20 числа, как только у меня на дополнительном счете было 70 гривен, а на основном балансе осталось 59 гривен, потому что я 100,5 там вывел себе на банковскую карточку. Получается, я когда 20 числа ну, зашел на личный кабинет компании Vodafone, посмотрел, сколько на основном балансе и сколько на дополнительном балансе. Потом я позвонил к оператору. Естественно, у меня разговор есть записан. Значит, как я оператору сказал, то есть объяснил. Вы услышите, хотя я не знаю, ну, скорее всего, я вам даже, если я посмотрю, у меня там должен быть запись разговора с оператором, я вам на следующем обзоре, может, предоставлю эту запись, вы послушайте. Значит, я позвонил оператору 20 числа и сказал, что мне нужно подключить тариф на месячную абонплату, то есть на стоимости 65 гривен в месяц. Там предоставляется у меня 5000 мегабайт интернета, 200 хвилин на других операторов и гривна 50 стоимость смс-ки. Получается, мне тарифный план подключили они, то есть за эти дополнительные бонусные гривны, но при этом не снимая плату с основного баланса. То есть я сэкономил полностью совершенно бесплатно, мне уже можно сказать подключили тарифный план. То есть я ничего толку не платил, то есть те деньги, которые они подарили мне, 70 гривен на дополнительный счет, они пошли на месячный тарифный план и пошли на отправку смс-ок, и ну там вышла такая нестыковочка, что у меня один брат воспользовался нечаянно телефоном, и в итоге там одну смс-ку отправил с гадостями, ну то есть тут я даже не буду объяснять конкретно ситуацию. Значит, ну и получается, Vodafone мне предоставил эту такую возможность, подключили мне тариф за дополнительные бонусные гривны, и на остаток бонуса там сказали, нужно отправить или смс-ку, или там в интернетом попользоваться, или там ммс-ку куда-то отправить. Но получается, ммс-ок уже в Vodafone не отправляется, отправляются только письменные сообщения. И получается, я отослал данное смс, уже, ну, которое вот мне сказали, нужно отправить на остаток бонусных счетов смс-ку перед как бы вот этих окончания бонусов. Я отправил другу своему в Россию, в Тулу, смс-ку на номер Теле2 с поздравлением. То есть я когда уже всем рассылал поздравления и оставил телефон, ушел, ну там
вышла такая несостыковочка, что мой брат воспользовался телефоном, когда я отсутствовал, и отправив гадости тому человеку, которого я очень сильно уважаю. Но получается, будем надеяться, что как бы, ну, директор школы не обидится. Будем стараться как-то налаживать контакт этот с общением, потому что вышло такое недоразумение, что попросту, я не знаю даже, где таких слов набрался он, но уже как-то, ребят, честно вам скажу, это, ну, не смешно уже, реально. Я вот это, когда читаю вот это, что с моим телефоном там отправляли смски, то есть помимо поздравлений, кроме поздравлений, я больше ничего не отправлял. Но то, что выйдет такая табличка с матами и с посланием в отправке смс директора школы, то есть я вам скажу, да, тут вышла нестыковочка. Но я вам скажу так, что почему он это сделал? Потому что он отомстил за то, что директор школы забрала у него, получается, вот эту, как бы вам сказать, лазер. То есть, который ослепляет глаза другим ученикам. Вот он и решил таким образом, типа, сделать такую табличку, в СМС скопировать ее и отослать. То есть, пока я был в ванной, он ее уже взял и отослал бог знает кому. В итоге меня полностью это поразило. И, как бы, я не знаю даже, как дальше говорить. Но это просто закончилось вот таким большим недоразумением. Ну, надеюсь, что директор не обидится. Надеюсь, что как бы прошу прощения от всего канала своего. Если она даже посмотрит мой канал, то я искренне прошу прощения за вот такую не сложившуюся ситуацию, которую, ну, как бы, ну, ребенок не прав был. Да, он отправил там с моего телефона. Да, он там нечаянно там взял, решил побаловаться телефоном, то есть посмотреть, как смс-очки отсылаются и все остальное. Ну, я искренне сочувствую, но будем как-то, ну, не знаю, ну, как-то я очень прошу прощения, чтобы как бы не было дальнейших проблем, ситуации, будем налаживать эту ситуацию и больше такого не повторится. Ну, давайте перейдем к изображениям, как я подключил тарифный план, не оплачивая за месячный тариф. Смотрите, на основном счету 59 гривен. Там не хватало 6 гривен на оплату тарифа. 6 гривен всего не хватало. Я даже не стал добавлять ни 15 гривен, ни 6 гривен. То есть я просто подключил тарифный план за дополнительные бонусы. Вы увидите на изображении основной баланс 59 гривен и увидите дополнительный баланс 60 гривен, ой, нет, 70 гривен. И вы увидите, как эти 70 гривен списал на месячный тариф. И там останется всего лишь 5 гривен дополнительного баланса, который я, в принципе, использовал на смс-ки с поздравлениями всем своим подписчикам, то есть тем, которых я знаю. Ну что ж, поехали к просмотру изображений.
наш личный кабинет моего Vodafone Украина. Значит, как я и говорил, сняло оно на месячный тарифный план с дополнительного счета. Не с вот этого баланса сняло, а с другого. То есть, как я вам говорил ранее, что на счету у меня осталось было 59 гривен. Ну, сейчас стало 56, потому что 20 числа мне сняло 2,50 за международную связь. То есть, смс-ку я отправил своему другу Акиму в Кузу. Значит, на телек было сняло 2,50, там 6 пакетов шло, получается, с дополнительного счета сняло 3,50 и 2,50 с основного. Также с дополнительного счета я вам пролистнул сейчас, вот, на счету 0 гривен пробег, вот с этого счета и сняли на оплату месячного тарифного плана. Чтобы вы убедились, что сняло, вот, смотрите внизу под кружочком, видите, написано следующая оплата и обновление пакетов 20.05.20. Значит, то есть 20 мая 2020 года мне нужно будет пополнить тариф на 65 гривен в месяц. Значит, сейчас тариф уже подключен, мне предоставили, значит, 5 мегабайт интернета, потом 200 минут от других операторов по Украине, но у меня 391 минута, потому что мне подарили еще 200 минут в подарок, то есть за пополнение счета на сумму 40 гривен. Я вам покажу сейчас смс-ки, мы пойдем с вами по смс-кам. Также у меня есть 50 смс из 50 штук за гривну 50 в суток, то есть я за сегодня пока еще не пользовался смс-ок. Если я начну отправлять одну смс-ку, с меня снимут гривну 50 и пойдут 50 пакетов. Дальше, есть у меня бонусы, 514 бонусов, это на, можно их использовать на услуги тарифного плана, ну то есть, ну нет, не на услуги тарифного плана, а услуги Vodafone, сейчас вам покажу. То есть, смотрите, вот, 514 бонусов, 350 гривен на каждый 1 литр топлива Водж, их можно потратить, эти бонусы, на вот интернет, например, мы можем взять за 100 бонусов 1 гигабайт 4G интернета. Также мобильная связь 10 гривен на счет 500 бонусов, то есть 10 гривен на счет уже сразу зачислен. Например, можно взять 10 минут на всей сети 200 бонусов, 20 минут на всей сети 400 бонусов и 10 смс за 100 бонусов. Также мы можем взять за эти бонусы скидки на телефоны и аксессуары, 30% на аксессуары, 300 бонусов стоит. Также путешествия и досуг. Значит, гудок за бонусы 150 бонусов. Потом 3,50 гривны на каждый 1 литр топлива в ВОГ. Кстати, я объясню, что гудок, как-то правильно за бонусы, это, я покажу, что это. Это получается, вы, вот смотрите, я открыл, значит, это плата за активацию 150 бонусов, объем, неделя пользования, срок действия 60 дней, удивите своих друзей модным хитом, установите себе мелодию вместо монотонных гудков, бесплатно на 7 дней. После списания бонусов в течение суток вы получите смс с промокодом для установки гудок за бонусы. Нажмите кнопку детали, выберите понравившуюся мелодию, введите номер телефона и промокод. После окончания бесплатного периода при пользовании гудок будет автоматически сниматься стоимость соответствующей мелодии до момента отказа от нее. То есть вы можете заранее отказаться, когда закончится у вас вот это недельное пользование мелодии. То есть это гудок, это замесь гудков, вы ставите вот эту услугу мелодии. Мелодия, замесь гудков. Так, потом у нас есть дальше 10% на велики. На велики, то есть вы можете, сейчас я вам покажу, что это означает, то есть это по
пора организовать активный отдых на выходные. Возьмите себе велик на прокат со скидкой 10% на велики.ua и отправляйтесь в путешествие с друзьями. То есть это вы берете бонусы по промокоду, вы идете, получается, берете велик на прокат за 10% скидки и вы можете с друзьями кататься, например, в велогон, то есть чтобы на свое усмотрение. Также хочу сказать, что там еще мы не сделали. Можно получить 10% на Львивский пляж, Пляцкий. Львивский Пляцкий — это, например, хотите попробовать настоящий львовский сырник или штрудель. Посетите Львивский Пляцкий и насладитесь вкусом со скидкой 10%. Ну, то есть это вы наслаждаетесь всем этим. Вкусом, например, видите, что это вы берете эту фигню за бонусы, покупаете, и вы можете спокойно ее использовать на на косметику в магазинах Космо. Ну, это 400 бонусов отметить, и эти бонусы на скидку. Также можно 20 гривен получить на все поп-клуб Супер-Дэл. Это в компании Vodafone, покупать аксессуары со скидкой 10%. Также 10% на продукты питания за 200 бонусов. 10% на бытовые фильмы на розетка Комбива. То есть розетки не только одежды, но отдельно за бонусы собраны. 200 бонусов, если потратить их. Значит, 10% на детские товары за 200 бонусов, на игрушки там всякое вот такое прям для детей, и скидка 100 гривен на Answear.ua, скидка 100 гривен на покупку модной одежды на, ну короче, понятно, то есть в магазине можно, например, купить на 100 гривен какую-то одежду. Ну и, например, если вам бонусы не жалко, ну, например, если вы не хотите ничего.
ничего. Можете бонусы отдать на доброе дело. Например, 5 бонусов на доброе дело. То есть это, как бы, будем говорить, 5 гривен, да? Потом 10 бонусов на доброе дело. 20 бонусов на доброе дело. 50 бонусов, 200 бонусов, 400 бонусов. То есть вы можете эти бонусы давать на доброе дело, например, ребенку на машине, да? Ну, для таких целей вы можете использовать вот эти бонусы. Еще больше бонусов не хватает. Бонусов вы выбрали подарок. Не проблема, ведь бонусы можно получить не только за мобильный старт, ну и там, то есть за то, что вы пользуетесь мобильной связью, дополнительно вы будете получать дополнительные бонусы. Вот у меня написано 30.04.2020 будут аннулированы 130 бонусов. То есть начиная до 30 апреля использовать максимум 130 бонусов куда-то, потому что они не горят. У меня было 700 бонусов, в итоге они там подписывали два раза. И в итоге у меня я осталась бонусом. У меня потрачено, например, там интернет или минуты возьму, чтобы сквозь синюю вечность обновлю в пакетах тарифа. Летят. Да. То есть как-то так, видите. Вот вы увидели. Ну, давайте я вам еще напоследок покажу смс-ку, как Vodafone Украина сказала мне тогда пополнить вот Vodafone Украина. Еще. Что-то мне Vodafone Украина пишет. Шановный клиент, будьте опачны, Vodafone телефонует вам, чтобы уточнить букву пароли на Vodafone. СМС пароли, номеры телефона, ниже закинуть свою дыши, дали доверяют шахраям, отримувати доступ до вашей карты. Не передавайте их никому, сразу вы Привет, для вас полный пакет после 65 гигабайт интернету без лимита на рынке 200 гигабайт в Украине, 20 смс, 50 штук за 1,55. Для проверки набирайте 100 в мою вода, тут неправильно вышло не будет. Это мой Vodafone, vodafone.ua.apple. До этого меня прислали Vodafone. Нагадаю, за 2 дня будет нарахован новый пакет послуги в вашем тарифе та знятия его вартостью 65 гривен. Будь ласка, пополните рахунок, чтобы на ньому была такая сумма. Це може легко зробити на нашому сайті. www.vodafone.ua pay або в додатку My Vodafone. Так, это нам не надо. Итак, сьогодні ваш день. Вот оно. Сьогодні ваш день. Подарункові 20 гривен нараховані дії сім'ї. Для перевірки перезавантажте телефон, наберіть зв'язочка 101, зв'язочка 10, вішов терміну користування. То есть вот я о чем я говорил. Почему у меня 70? Потому что мне подарили 20 гривен бонусов. Но, вот видите, что дальше. Ого, вот это так пополнили. А будущее тільки сьогодні. Я пополнили 35 гривен від нас 20 гривен на послугу зв'язку. Отримаємо 20 гривень. Вот я видите, сам я пополнив счет на 100 гривен, и вот мне написали. Ого, це та поповнення, а буде ще. Тільки сьогодні за поповнення від 30 гривень отримати від нас 20 гривень на послуги зв'язку на сьогодні. Также до этого Vodafone написав. Ми помітили, що ви багато спілкуєтесь, тому нарахували вам 400 додаткових хвилин на 90 днів безкоштовно. Використайте їх для дзвінків на інші мережі по Україні. Перевірте залишок зв'язочка 101, зв'язочка 990 і 1 рішотка. Вперед.
перевіркою радимо перезавантажити телефон з турботою ваш Vodafone. Привіт, нагадуємо про поповнення вашого спеціального тарифу. У вас безліміт в мережі 200 хвилин по Україні та 5 гігабайт інтернету всього за 65 гривень в місяць. Так, далі. Ваш рахунок поповнення 4 гривни, ваш Vodafone. Так, где-то здесь про 50 гривен шло речь. Сейчас посмотрим. Итак. Сейчас. Так, это промокоды. Да, вот что-то вижу. И как бы, ну, я одним номером пользуюсь, а тут еще второй нужно пополнять. Ну вот, 80 гривен, в принципе, у меня тариф на втором номере. Vodafone Family Plus, 80 гривен. Стоимость пакета входит 1 гигабайт интернета плюс 1 гигабайт интернета в подарок. Бесплатно мессенджеры Viber, WhatsApp, Skype, Telegram, только текстовые и графические сообщения, ну и MMS уже отменили. Также звонки в сети Vodafone Украина, безлимитные звонки на другие сети Украины и также международные звонки в Польшу и Россию, 60 минут дается. СМС на все мобильные сети за Украины за гривен 50-50 штук пакетов, то есть на день дается. 1 гигабайт предоставляется в рамках акции в течение 6 месяцев с момента первого пополнения счета на сумму от 70 гривен. 60 минут для звонков на другие сети Украины или для звонков за границу
именно больше на номера какого-либо оператора, массивного номера оператора МТС и городских номера. И то есть понятно, условия и безлимитные городские зоны, если звонки больше на один номер, то 3 гривны в день пользования. Звонки в России на один номер. То есть можно даже за 3 гривны звонки в России на один номер в день пользования вообще безлимитные пользования. Не знаю, что я слышу какие-либо минуты. Ну вот так вот я номер в принципе тоже продлеваю, он живет у меня. Ну, конечно, он без тарифного плана у меня, но номер живет. В принципе, все, основной порядке, живет себе спокойно. То есть действует он пока еще нормально. Он мне, кстати, смарт-часов, о котором я сейчас показал вам. Ну что ж, будем заканчивать этот наш обзор с вами. Он уже идет 20 минут. Значит, будем заканчивать с вами. Я вам желаю всем приятного просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.